Житель Кемерово спас двух девочек из огня. Ночной пожар в столице Кузбасса произошел в одной из типовых пятиэтажек. По информации МЧС, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. На месте работали 28 человек и 8 единиц техники. Нашим корреспондентам в Кемерове удалось пообщаться с соседом погорельцев, который, рискуя собственной жизнью, спас детей. Это было очень ужасно. Если честно, я мылся в ванной. Произошел хлопок. Я прям испугался, детские крики, вот, одежда, ну, то, что накинул, смог на себя, выбежал, пытался сломать двери, там, девчата кричат, что горят, выбежал, им сказал, чтобы они с обратной стороны в это, ну, вылазили. Все, меня кто-то подсадил, я запрыгнул в квартиру, выкинул двух девчонок, там еще взрослые оставались, но я уже дышать не мог, то есть сам. Ну это и все.